Приветствую, друзья, из мастерской художника. Мы все, конечно, в каком-то роде персонажи из какой-то книги или из какого-то кино, если посмотреть на себя со стороны. Допустим, мы через 20 лет читаем какую-то книгу, и там читаем, вот как в Телеграме мы обменивались информацией друг с другом, о том, что я там создал то, что еще нету ни у Илона Маска и ни у кого, методику озарения по заказу. Чтобы создавать изобретения по своему желанию за очень большую скорость по времени. Ну, как-то я неправильно выражаюсь, но дело не в этом. Вы меня понимаете, да, друзья? Так вот, я, к примеру, думаю, вообразите себе, что вы читаете про себя книгу через много лет, как какого-то персонажа, какого-то исторического героя, и там читаете про то, что я изобрел какую-то методику озарения по заказу. Я повторяю это несколько раз, чтобы вы это запомнили. И там мне наш луч надежды, наша Надежда Бабайлова, почетный участник школы «Человек будущего» Homo Futurus, она там обменивается с нашими всеми участниками, друзьями и пишет: «Хасайлиев по сценарии, от психологии, а чего рассказал, так и сделает». Так вот я и думаю, сказал, должен сделать. С другой стороны, думаю, вот я сейчас дам эту методику, которой нет в мире, и никто ее никогда не изобретал до меня. И у меня всего сейчас 189 тысяч подписчиков. И найдется там в этом ограниченном числе подписчиков какой-то человек с негативными отношениями к жизни и начнет манипулировать теми, кто еще эту методику не знает. Поэтому нам надо расширить число участников для безопасности. Это называется знание – сила. Потому что когда люди не в курсе дела, когда они как бы находятся, условно говоря, в невежестве, ими легко манипулировать. Поэтому давайте расширять количество участников, в группы свои посылать, что есть методика озарения по заказу, которой нет даже у Илона Маска, и нет ни у кого. Это на самом деле правда. И самое интересное, что я об этой методике много лет говорю и много лет пишу в разных книгах, у меня их 20 с лишним, и на разных языках мира. Но никто внимания не обращает, пока сейчас я специально об этом не сообщаю. И теперь все начинают обращать внимание, когда я именно указал. И сказал про Илона Маска, и что ни у кого в мире не было и нет, и что я это создал благодаря нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus, и готов это отдать. Да, и при этом говорю, что надо расширить нашу аудиторию. Ну вот представьте себе, вообразите себе, наверное, вам приходило в голову, что, как я и сказал вначале, что вы персонаж исторический и читаете про себя историю. Или видите это в кино. У меня много знакомых, очень хороших актеров и очень хороших режиссеров и очень хороших писателей. Вам достаточно будет вспомнить, например, что мой друг близкий был Джигарханян, что я общался со многими чемпионами мира, я готовил Олимпийские игры в Китае. Ну, короче говоря, у меня много друзей, героев Советского Союза, социалистического труда, которых я могу пригласить в ролики, и делать буду это сейчас.
для того, чтобы расширить нашу аудиторию. И мы согласимся, наверное, с Байбаловой, с Бабайловой, с лучом нашей надежды, что если я сказал это, она так и написала там в Телеграме, так и сделает. Так вот поэтому, чтобы меньшее число людей не манипулировали не знающим большим числом, а такое бывало, когда я однажды выдал некое изобретение, как потом его стали использовать для гипнотизации, там для многих манипуляций. Да, я не хочу повторять этой ошибки и наступать на те же самые опыты. Поэтому я вам предлагаю, расширяйте нашу школу, пишите в группы, да, самые разные, говорите, что есть такое изобретение. Методика называется «Озарение по заказу». А если кто сомневается, открывайте двери нашей школы. Там прямо на стене это написано уже много лет назад, чему посвящена наша школа. Это есть и в ВК, и в Фейсбуке, и в других наших сетях. До встречи, друзья.